Заведующий вторым крестьянским кладбищем Геннадий Харлампович Михайлович. Геннадий Харлампович, скажите, пожалуйста, мы сейчас находимся на кладбище, я правильно понимаю? Точно, да? Так, да. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете состояние кладбища внешнее? Вот как бы недавно в прессе был затронут вопрос в новостях. Как вы оцениваете состояние вашего хозяйства на сегодняшний день? Может, какие-то работы ведутся? Что вы скажете по этому поводу? Я оценивать не могу, потому что это будет нескромно с моей стороны, правильно? Потому что, как сказал Поплавский, скромность – это первый шаг бедности. И мы убираем, моем, можно посмотреть, подрезаем деревья. Вот, комбинат красит снаружи, за счет денег комбината делают починку забора. Мы своими силами белим, убираем, подготовимся к поминальным дням. Понятно. Не было ли у вас случаев каких-то, допустим, разрушений могил, там, вандализма в отношении этих вопросов? Ну, этот вандализм, он периодически, у нас уже такого давно не было, тьфу, слава Богу. Ну, если что-то где-то как-то и что-то разрушит, так мы стараемся договориться с хозяевами и своими силами. В этом году кладбищу 131 год. Оно было основано в 1885 году. Вот здесь похоронено много известных людей. Иногда приходят сюда экскурсии.